Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутемпалт, а мы продолжаем играть в Вальхейм. И вот я вот в такой вот уютной обстановке у костра, я сделал вот такую трубу, поэтому весь дым уходит через трубу из помещения, и, собственно, у нас есть проветривание. Так, а чё это костёр погас резко, странно, может быть из-за того, что на улице непогода, наверное, так. Короче, костёр действует на кровать, можно спать в доме. До этого я построил дом, у меня в доме было много травы, я не знал, что с ней делать. Оказывается, то, что вот мотыгой можно выровнять землю, поэтому крафтите ее, когда строите дом, она вам очень поможет. Вот, есть функция поднять землю, проложить. Выровнять. Вот, кстати, проложить это тропинка, может, сейчас вот попробуем. Сегодня видео посвящено боссу Эйктюру. Сегодня пойдем на Эйктюра в каком-то веке. Я вот приготовил на него 8 стрел. У меня есть дубинка, у меня есть деревянный щит улучшенный, у меня есть прокачанные кожаные, прокачанные кожаные шмотки. Поэтому сейчас смотрите, что делаем. Сейчас нам надо для Эйктюра собрать малинки, убить пару ящериц, похавать, чтобы у нас ХП много было, и пойдем на босса. Вот, да, пойдем на босса. Так, это что такое? А, так и должно быть, да. Верстак прокачан до 3 уровня, прошу заметить. Кстати, сырость. А почему сырость? А почему сырость? Я в помещении. Я ж в помещении, откуда сырость? Ладно, что у нас там по улице-то? Ну да, что, собственно, и ожидалось. Такой грибной дождик. Так, моя юморная табличка. Так, проложить. Опа. А, ну да, 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 да. Проложить это, короче, тропинка, друзья. Такая вот у нас тропиночка будет до калитки. Красота. Не правда ли? Вот дом вот такой вот, видите, расширил. Вот оттуда из трубы у меня должен идти дымок, ну, огонь. Здесь я вот выравнивал тоже, здесь у меня тоже что-нибудь, скорее всего, загон. В будущем планирую попытаться затомить этих кабанов. Они, кстати, томятся просто, но их томить очень долго. Надо час кидать им малину. И не палиться, чтобы они на тебя не сагрились. Тогда ты их затамишь. Ну, короче, очень муторно это все. И неприкольно, хочу вам сказать. Ну, а так нормально, в принципе. Ну, в арке, хочу сказать, было проще затомить. Ту же, ну, давайте сравним Феомию, чем за кабаном ходить и кидать ему малинку. И еще ловить тайминг, чтобы он к вам не повернулся. Вот грибочек нашел. Опа, здравствуй. Не, ну, хрен с оленем. Мы по весу 236, ладно. Не, реально, хрен с оленем. Потому что, ну, воу. Кстати, смотрите, я научился парировать. Для парирования надо в тайминге нажать блок. Вот сейчас вот он нас бьет. Опа, парирование. Наносим ему фаталити и все. Вот так вот можно работать с деревянным щитом и дубиной на начальных уровнях. Поэтому запоминайте. Вообще игра классная. Тут даже деревья можно сажать. Правда, я еще не выяснил, каким образом, но все это можно. Хочу подметить. Очень много всего. И игра, мало того, еще собирается расти дальше. То есть очень советую к покупке и к самой игре. Потому что даже графон, вот, несмотря на его, ну, как сказать, обычность, он выглядит очень красиво, графон. Вот по туману, по солнечным лучам. Не, конечно, солнечные лучи и в арке были, но туман тут явно лучше, чем в арке. И вот это вот
отображение того, то, что идет дождь, вот это вот ощущение сырости, мокрости. Конечно, в арке оно тоже есть, но тут вот прям, даже вот к дому подходишь, видно прям то, что он сырой. Вот такие вот дела. Так, нам надо... Вот да, я иду в правильную сторону, вот там вот у нас вон ящерица ползает. Сейчас ее... Даже не ящерица, а несколько ящериц. Давайте драться с ними. На всякий случай щит. Они ваншотятся, кстати. Ну, ящерицы, извините, вы мне нужны для еды. Вообще, вы тоже кого-то едите, чтобы выжить, поэтому не обессудьте. Так и должно быть, это природа. Вау, вот это вот дерево, кстати, первый раз вижу. Это что за дерево? Дуба. Вот до этого дуба, кстати, не было. Первый раз вижу, чтоб вырос дуб, реально. Или я его просто не замечал. Прекрасно. Просто изумительно выглядит, хочу вам сказать. Вот прям такой грибной дождик. Вот это да, это грибной дождик. Вот единственное, чего разрабам не хватает, это вот где-нибудь радугу нафигачить, когда вот такие солнечные лучи попадают на мелкие крупинки дождя, чтобы было красивенько. Вот так вот какая-нибудь радуга, чтобы была вот такая сзади на солнечных лучах. Вот тогда вообще было прикольно. Тогда было вообще пипец, как естественно. Вот, кстати, да, я тоже первое время думал, то, что кровать с костром, что за бред, как это сделать в доме, а потом просто проникся в эту фишку и понял, как это делается. А благодаря тому, то, что я еще немного в этом мире повидал, я не могу делать каменные трубы, а они наверняка тут есть, поэтому в будущем мою постройку, я считаю, можно будет улучшить. Так. Это у нас все есть, сейчас просто берем, жарим. Жаль только, что костер потух. Интересно, а поспать можно или нельзя? Я поспал, честно. Кровать должна быть, ну, сейчас не работает, знаете почему? Потому что, ну, идет дождь, а из-за того, что идет дождь, он попадает прямо мне в трубу, вон моя труба. И, собственно, вот. Так, ладно, нам надо что-нибудь починить. Да. А, кстати, починка бесплатная. Вот в чем кайф. Стрела с каменным наконечником. Мы смотрите, что делаем. Мы стрелы с каменным наконечником ложим сюда. Берем с собой 80 огненных. Будем в него с огня хреначить. Серия у нас короткая, серия, еще раз говорю, посвящается только боссу, чтобы у вас не отнимать много времени и показать вам все самое интересное, что я пока понял в игре. Потому что, ну, показывать, как я строю, ну, не вижу смысла, потому что тут и так все банально понятно, как я это все сделал. Вы просто можете посмотреть, как я вот так вот это все организовал, и вы даже без гайда за мной это все повторите. Потому что это все просто. Вот тут вот, где костер стоит, ну тут и так понятно, то, что земля просто, ее пока, ну, не совсем видно. Вот. Поэтому вот как-то так, друзья. Разве что вот освещение, с освещением я бы еще поработал, потому что по освещению как-то темновато еще. Вот, наверное, костер хорошо светил, скорее всего. Вот тут вот. Это у меня коврик из оленя. Что у нас там по улице, когда дождь-то заканчивается? Если у нас дождь не хочет заканчиваться, нам надо... Даже не знаю, что сделать. Что-то, блин, дождь, да, дождь. Кстати, у меня тут этот товарищ со мной стал играть один. Мы с ним играли. Тут же можно по сетке играть. Он начал неподалеку от меня строить дом. Можем вот сейчас вот зайти к нему и посмотреть, что он сделал. Так, факел работает. Да, факел работает. Вот, собственно, смотрите, это он, можно сказать, запланировал вот здесь этот загон, скорее всего, чтобы сюда было удобнее загонять живность. А это у него забор, он готовился к обороне, скорее всего.
Тут, оказывается, могут нападать орды, призываемые боссами. Поэтому надо готовить оборону и готовиться к тому, то, что может быть война. Вот в чем. Так, перья у тебя подобрал, братух, на тебе обратно перья, я у тебя ничего забирать не буду. Так, вот, собственно, смотрите. Вот так вот у него выглядит вентиляция. Получается то, что вот отсюда у него идет костер, костер вверх, и вот по такой вот крыше он выходит. Все, конечно, практично, дом освещает все дела, но в любом случае со стороны эстетики выглядит не очень, потому что две дыры в крыше. Вот настанет зима там или сильный ветер, вот такой же дождь, ну он же все дует сюда, и как тут будет держаться тепло в доме, когда тут такое проветривание? Поэтому мой метод с трубой, ну как-то выглядит более реалистично, чем у моего знакомого, но в принципе он тоже неплохо это все сделал. Вообще идею на вентиляцию дал мне он, поэтому скажем ему большое спасибо за то, что он мне подкатил такую идею. Так, что у нас с дождем? Дождь все идет и идет. Хотелось чисто пойти сейчас на босса, а не получается. Потому что все идет дождь. Че, кончился дождь? Вроде кончился. Ладно, уберу факел. Хватит. Да, вот, кончился дождь. Сейчас берем, жарим то, что насобирали. Вот сюда вот в уютную свою обстановочку сажусь. Ложу хвосты. Или кладу. Так, и жарю. У меня еще два хвоста. И в принципе все. Сейчас вот тут вот еда пропадет. Я нажираюсь и иду призывать. Вот такие вот дела. Кстати, тень очень прикольно падает на стену. Вы, наверное, сзади меня вот видите. Так, ближе, что ли, подойти? Вот так вот сядем. Опа, опа. Вообще игра такая прикольная очень. Просто посмотрите, вот графика, казалось бы, обыкновенная, но вы вот посмотрите даже на пиксели этого ковра, на котором я сейчас сижу. Видите, как тень по ковру расползается по каждому пикселю. Это очень хорошо сделано, мне прям нравится. Так, это мы все сделали. Ем мясо, ем малинку, ем хвост. И у меня сейчас должно быть до хрена ХП. Оно уже сейчас будет собираться, потому что мы сейчас берем, ложимся спать и идем на босса поутру. А, то есть мне ничего не снилось. Кстати, дорогие друзья, спасибо огромное за ваши подписки, за ваши лайки, за вашу активность. Наконец-то мы добрались до 900 подписчиков. Спасибо вам огромное за это. Я очень вам благодарен. Надеюсь, мой контент вам реально заходит. Так, берем, значит, трофей олень. Кстати, знаете, как отделять? Чтобы отделить по кусочкам вещи, надо зажать Shift, нажать левую кнопку мыши, и у вас тут будет выбор. Возьму-ка я с собой на всякий случай три головы оленя, потому что Бог любит троицу. На всякий так случай. По-моему, там надо одну голову, чтобы он призвался. Поэтому удача нам, я думаю, светит. И все у нас получится, в принципе. Поэтому погнали его, собственно говоря, призывать. А, вот он. Вижу. Да, я, конечно, прикольно построился, прям неподалеку от него, поэтому, если что, до моего дома он еще доберется. Так, уже заранее готовим лук. Воевать будем сначала с луком. Если что-то пойдет не так, будем переходить на ближний бой с дубинкой и круглым щитом. Это кто? Вы на меня тут не урчите. А, во, кабан.
Кабан. Пожертвовать предмет. Все, я жертвую. И начинается замес. Эй, ктюр. А хотя стопы. Как там это еще раз уворачиваться? А, во, в блок встаешь и все, и прыгаешь. Мифический алтарь. Пожертвовать предмет. Так, ну, жертвуем. Все. Пошла жара. Начала играть эпичная музыка. Такой рок. Здорово. Давай прям с самого начала в тебя. Ебак, кабаны, вы чё? Предатели, что ли? Бля, кабаны, предатели, вы прикиньте. Бля, кабан. А поржать хотите? Кажется, я не теми стрелами стреляю. Так, ну-ка, по-быстрому, по-быстрому. Выкидываем говно. Ай, бля, больно. На, во, огненные в силу пошли. Ебать! А чё у вас так дохуя-то? Мои любимые золотые, блядь. Не, кстати, пока не хуёво. Я бронюш прокачал, мне пока, ну, вообще на него похуй, можно сказать. Ну чё, Эйктюр? Ебать, я ж за камнем спрятался, бать. Он, кстати, вообще по мне урон-то не наносит. Прошу заметить. Так, надо стамину набирать. Набираем стамину. Так, ну ты чё, охуел, что ли, блядь? Вот единственное, что... А... Больно. Да, блядь. Вот такая мелкая херня мне мешает. Прям жесть. Нет, смотри, какая предательская херь. На, минус. Опа, да бля, я ж нажал. Так. Нельзя расслабляться, нельзя, дал волю. Опа. На вслед. Бля. Не, ну молнию он бьет нихуёво. Ебать. Бой такой эпичненький. Где он там? Найти бы, блин, его ПНГшки на превьюшку. Потому что это очень сложно. Сделать хорошую превьюшку с ним, потому что он малоизвестный вообще. Опа. Да, бля, это рофил или чё? Сколько на меня херни всякой. Нет, смотри, какая крыса напала и убегает. На, нахуй. На. Бля, может тебя так сфоткать? Хотя бы так. На самом деле херня. Красота. Победили. Правда, лук почти сломался, ну ладно. Дерево вон нафармили, посмотрите, какая красота. Ща, ворон, с тобой поговорим, ща, брат. А, вес. Понял. Мои поздравления, воин. Вернитесь к жертвенным камням с трофеем павших и принесите его в дар богам, чтобы те оказали вам милость. Я понял, братух.
Жертвенные камни, это у нас... В какую сторону? В эту? Да, в эту. Так, он съел, короче, две головы оленя. Трофей Эйкчур. Так вот меня по броне продамажили. Потратили мы на него. Ни хрена мы потратили. У нас было 8 стрел, мы 40 огненных стрел на него потратили, вы прикиньте. Вот такие вот дела. Ладно, побегаем, позанимаемся спортом, мы все-таки победили. Так, ты что на меня выделываешь-то, а? Ты знаешь, кого я убил? У тебя что, гиперармор? Я тебя бить начал, ты мне удар наносишь, гад. А так прикольный бой получился. Так, я хоть правильно иду? А, ну да. Кстати, вот за него дают твердый рог. И из этого твердого рога можно сделать уже... Да, бля. Можно сделать уже кирку каменную. И ей фармить, короче. Всякие ресурсы. И выравнивать землю тоже ей можно. Вот. Поэтому очень полезная штука. А сейчас голову его дадим. Нам дадут его силу. Прокачают нас, так сказать. Далеко, конечно, перед, да, до жертвенных камней этих. Надо будет, кстати, в другую сторону жертвенных камней потом сходить, посмотреть вообще, что там да как. Так, вот я, собственно, и у жертвенных камней. Его рога словно ветви железа, а не камни и горы крушат, копыта его словно гром, голос его воющий шторм. Ауф. На. Блин, да не оленя, а вот этого оленя. А куда его повесить-то? А, во. Активировать силу. Ваша способность бегать и прыгать улучшается. Расход выносливости минус 60%. Расход выносливости при беге минус 60%. Ну все, активировал силу Эйкчура. Четко. Кстати, может тебя так сфоткать? Ну-ка.
Ну, имеет место быть. Ладно. Так. Вам дарована сила Эйктюры. Используйте ее при необходимости. Ваша следующая цель обитает в Черном лесу. Идите туда, исследуйте земли, чтобы найти затерянные сокровища и ресурсы. Древний ждет. Окей, Хугин. А как, кстати, это... А, сила павшего на F. Используем F, и мы вообще чуткие. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот получился ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про вашу активность. Всем удачи и всем пока.